Я его в детстве ел. Ёп! Ай, блядь! Пиздец. Во-первых, мы получили бренд ThinkPad, который, во-вторых, более передовые компьютерные технологии. Блядь, пиздец, нахуй! Компьютерные технологии. И, собственно говоря, мы... Капец. Охренеть! Скубилось. Эй! Это мы попали. Вот видишь, лёгкая она. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Твою мать, блядь! Ты что, не видишь, что тут свободный переход, что ли? Карик, макарик. Опа! Опа! Заебись! Долбоёб! А как Бог их дал учить? Надо жить. Эх, ебать, повезло, а! Вот тут, догоняй нахуй этого урода, а дай-ка ёбнем его нахуй. Надо. Блядь, Андрей! Пиздец. Пиздец. Чего? Вот дурак, а? Как пишет газета «Коммерсант», это точно произошло. Вот куда, блядь, летел? Ты разве... Я даже не помню, где это мы были в центре, там, где динозавры, в каком-то там из магазинов.
Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вызывай скорую. Какой это? 100? 100, 101. 100, 103. А, ёпта, ни хера себе. И даже говорит, что он подтаскивает. Даже не подтягивает. В Вашингтоне последние 2 недели августа и 1 день сентября просто мертвый сезон. Да, так называемый Labor Day, праздник от труда, который празднует. Это как выше. Точно, а ты, блядь, встал пьяный. А ты встал еще в этот угол, блядь. Ай! 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 Мари меня! Мари меня! Мари меня! Мари меня! Мари меня! Мари меня, мама! Это что за прикол вообще? Вообще, сука, охуела, блядь, выехал. С овца, блядь, купила права, теперь мозг ебет. Достали уже эти тетки трогать. Возможно. Да ладно. Псец. Вот сука. Все, короче, она попала. Вот тварь, блядь, сейчас пизды. Че творишь? Отец вообще какой-то неадекватный. Только не выходи, пожалуйста, не выходи.